І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. Сьогодні у нас в гостях Ольга Голубєва. Вона виконавча директорка благодійної організації благодійного фонду «Кідо» та Євген Гостіщев, виконавчий директор IT «Дніпро Ком'юніті». Будемо говорити про роботу платформи «Дніпро ВІСІ COVID». Доброго вечора нашим гостям. Взагалі, що це за платформа? Таке перше головне питання. Розповідаєте, для чого вона створена і як з'явилася? Наверное, я начну. Платформа була создана более месяца назад. Она объединила сразу несколько бизнесов. Одновременно с началом карантина было принято решение, что бизнесы не остаются в стороне, они включаются в эти процессы. Мы между собой довольно быстро договорились, приняли решение, и наши действия были направлены на то, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей. И, естественно, первое время мы занимались закупками, обеспечением, начиная от халатов, шапочек, заканчивая там рукавичками, респираторами и так далее. Врачи тех, которые непосредственно работают с ковидом, или всех врачей во всех? Первые дни, наверное, мы были сосредоточены именно на опорных больницах, которые непосредственно работают с ковид. А чуть позже, через какое-то время, мы уже переключились и на другие больницы, потому что все равно поступают обращения абсолютно во все больницы, есть приемные отделения и так далее. Поэтому мы сейчас уже наше внимание, скажем так, распределили на все оставшиеся больницы и работаем со всеми. Как это работает? Как работает ваша платформа непосредственно? Платформа работает, так как у нас несколько бизнес-сообществ представлены, то мы с самого начала поделили между собой зоны ответственности, разобрали, кто занимается закупками, фандрейзингом, кто ведет странички в социальных сетях, анализирует входящую информацию, оцифровывает и так далее. Вот. И сейчас мы, скажем так, уже на автомате выполняем эту работу. К нам поступают запросы, мы их приоритизируем, распределяем какие-то средства помощи на больницы города. Недавно уже и с областью начали работать. Поэтому сейчас это доведено до какого-то автоматизма. То есть это для запросов. Это руководитель какого-то подразделения медицинского может зайти, оставить свой запрос, нам нужно то-то, да, вы его обработаете. Правильно я понимаю, нет? Да, это один из каналов, которыми нам поступают обращения. С другой стороны, мы сами понимаем, какие опорные больницы, какое количество врачей работает на смене, какое количество пациентов находится в больнице. Вы собрали эту информацию сами или уже только от обращений? Мы эту информацию получаем из обращений, мы находимся на связи непосредственно с больницами, с врачами, с заведующими отделениями, с главврачами и так далее. Мы координируем наши усилия с представителями Горздрава и так далее. Поэтому мы примерно понимаем ситуацию, какая сейчас есть. Так, одно из направлений, я сейчас спрошу, какая она сейчас есть ситуация, это одно из направлений, а еще какие? То есть, я так понимаю, туда же обращаются люди, которые желают помочь. Это бизнес только или это просто люди, которые вот своими деньгами там... Есть и люди, и представители бизнеса, которые обращаются помочь. Тоже через вашу платформу? Конечно, они могут написать, позвонить, написать на почту, написать на группу в Фейсбуке. Мы получаем эту информацию, обрабатываем. Они могут спрашивать, что у нас есть вот это, куда лучше, какую больницу это передать. Мы им говорим, сейчас есть потребность вот этого в ту больницу и так далее. То есть мы не только выполняем функцию там, закупить и так дальше, а также скоординировать волонтеров, которые хотят помочь, у которых есть какой-то ресурс. А скажите, пожалуйста, для медицинских учреждений они вот эту продукцию необходимую для себя получают бесплатно или они за нее платят? Медицинские учреждения, больницы. Они там на тендерах как-то это все оплачивают? Это больше, наверное, к нам вообще, потому что мы, получается, зашли на эту платформу как благотворительный партнер, да, как получилось. Мы же параллельно начали свои процессы, то есть мы начали свой сбор, потому что мы с больницами же там 7 лет уже, да, фонду, больше 7 лет, и больше 7 лет мы, конечно, больше подопляем детских, но немножечко алгоритм действий понимаем. Вот, и мы понимали, что как бы там ни было, сколько ресурсов выделено нашими госструктурами, да, любого уровня, им надо раскачаться.
То есть они все равно пока отменяли вот эти тендерные там пороги, различные моменты. То есть мы пришли и сказали, когда мы объединились, но наша была позиция, мы должны быть оперативным резервом. То есть какую функцию всегда выполняли благотворительные фонды, волонтеры там в недавних событиях, да, 5-летней давности? Мы были подпорка. То есть почему и мы понимали, собирали потребности, мы точно так же следили за приказами, когда будут выведены опорные больницы. Конечно, изначально все внимание, фокус был туда, но как только это все выравнивалось, приказы поступили, медучреждения более не менялись, мы сразу же ушли в поля для того, чтобы понять, а насколько наши идеальные схемы, алгоритмы, там, МОЗ, обработанные в приказы, соответствуют тому, как бы, что чувствуют врачи в поле. Как, где в реальности, да, что им надобится, что они вывели для себя. Может быть, мы здесь там решили, что им такое средство индивидуальной защиты подходит, а у них рвется цепь, да, и у них этого больше расходуется или меньше. То есть, и получается, что по факту мы где-то, наверное, 2,5 недели ставили на рельсы всю эту историю, да, то есть сначала был активный карантин. Фандрейзинг, да, ну, то есть сначала карантина, если так можно сказать, был активный фандрейзинг, мы подтягивали всех своих бизнес-партнеров, мы создавали этот резерв и средств, и как бы, да, мы распределяли коммуникации, но как только мы увидели, что мы разобрались там в поставщиках, мы подняли много, мы стали действительно разбираться в спецификациях очень многих средств индивидуальной защиты, там, в тканях, в качестве, в фильтрах, мы сразу ушли посмотреть, а что же в итоге получает доктор, который работает на периферии, не тот, который, да, там, то есть, что же до него доходит в плане того, насколько он понимает правильно эту сущность, как в реалити реализуется вся эта наша история, которую мы передаем. Почему мы расширили свое внимание, кроме опорных больниц, да, там, то есть на респираторные центры, на областные, почему мы задумались о том, что, ну, что семейники, почему мы начали искать варианты, которые позволят нам где-то оперативно поддержать и здесь, потому что все равно объем огромный, непонятно просчитать вообще невозможно аналитику, ну, то есть, да, можно только попробовать там на какой-то условной ситуации прорисовать потребность, да, но ее никто до конца, никто не мог понять, да. А когда мы ее просчитали, то мы немножко сами, ну, где-то там даже, наверное, удивились очень сильно и поняли, что все наши усилия не зря, и как и во всей стране, средств все равно никогда хватать не будет. А какова ситуация сейчас в сравнении с началом карантина? Вот там тогда же была ситуация, когда какие-то сельские больницы, там одна единственная у них там масочка или этот защитный костюм, и они ничего вообще она передают его там. Она немножечко стабилизировалась, в том числе, как нам так кажется, она стабилизировалась, потому что все-таки было много гуманитарных грузов. Именно из-за того, что все говорили о том, чтобы хоть как-то действовать сообща, была внутри информация, кого там немножечко, кого не хватает. Вот когда был первый этап с Першотравенском, да, мы тоже сразу же с оперативным резервом помогли один раз, помогли второй раз, помогли, то есть... И в районную больницу. Да, туда, ну да? Вот, ну, у них же там как бы не район, а Першотравенск, она городская считается, городская. Там коммунальное предприятие, там она просто одна в городе, которая у них опорная. Вот, то есть это все было, ну, информация очень быстро передается, нет вот этого, знаете, запаздывания, то есть все знали, куда обращаться, то есть все, как бы, грубо говоря, к этому готовились. А вы одни такие? То есть вы такой центр логистики, не да? Одни как бы мы не одни такой центр логистики, на самом деле ни один фонд занимается, просто у нас так получилось, что у нас много с нами, мы, у нас несколько объединений сами по себе и достаточно много бизнес-партнеров, то есть у нас, наверное, их более 30 где-то, а то и больше. Я просто вот удивляюсь, получается, что очень много, да, сейчас такой много, информации подобных организаций. Много, но мы стараемся за всеми, мы стараемся все анализировать, смотреть и как бы у себя делать переброску, и там мы там раз в неделю собираемся условно, да, там вот сегодня понедельник, мы посмотрели, ага, вот здесь вот уже так чуть-чуть получше, значит, можно обратить внимание на вот эти позиции. То есть все равно это все анализируется со всеми, мы стараемся максимально собрать информацию из открытых источников, это всюду для того, чтобы понимать, где сейчас может понадобиться наша помощь. И многие очень бизнес-партнеры наши начали там уже вводить какие-то акции, например, как Work.ua, они сделали 10% с каждого там оплаченного заказа от клиентов, они отправляют на эту Это чисто благотворительность, это, да? Да, они свою прибыль это благотворительность пока начинает становиться даже в более постоянные рельсы. Что позволяет как бы иметь какой-то ресурс средств, да, на благотворительной платформе, ну, на которую мы можем рассчитывать. И ну, нам все равно будет с вами, ну, спокойнее, потому что, к сожалению, если посчитать 100% потребностей, как бы все бы не и плюс и доступ, все-таки доступ. Мы же не одна страна, которая в этом. То есть очень получается, много закрытого. Что государство само по себе, оно вот такой логистической структуры государственной не имеет. Ну, как, например, ну, был бы там какой-то центр, да, куда вот стекается, как ваши там комьюнити, куда стекается информация, и там вот все распределяется. Я бы не так сказала. Я бы сказала, что они просто это не в той форме подают. У них, я думаю, тоже все как бы возможно. Но сама форма реализации своих усилий, она может быть не такая более понятная, как у нас, но мы-то более мобильные просто.
Вот, поэтому мы со штабами, которые борются с ковидом, которые от властей, мы со всеми сотрудничаем, невозможно. Невозможно быть не сотрудничеством, потому что мы убираем друг другу кучу усилий. Вот мы там выявили, там, да, что продукт не совсем правильный, его не стоит использовать в определенных этапах. Мы не будем, мы наоборот придем и скажем, смотрите, не проходите наш опыт, мы его уже прошли, давайте его используем. А как вы выявляете, вы по отзывам? А у нас нет, у нас была история целая, связанная с респираторами, которая была, проверялась, и мы тоже были в шоке, что очень много промышленных респираторов, к сожалению, не соответствовали качеству, и ни один, к сожалению, завод промышленный, который есть в Украине, и это для нас больная история. Слава богу, нам повезло, что у нас в городе есть производитель, который соответствует качеству, который не гонится за количеством и который пошел на социальную работу и с фондами, и со всеми нашими властями. Но пока мы к этому пришли, конечно, да, было очень много таких моментов, которые нас расстраивали. Ну, они же, в общем-то, промышленные, они же не для У нас есть люди, которые производят именно медицинские, у них лицензия на медицинскую. То есть тоже... Да, это в Днепре, который он еще до этого эту лицензию получил, но я считаю, что нашему городу, слава богу, повезло в этом смысле. Но путь ошибок к этому тоже, я же говорю, мы, по-моему, в респираторах уже, когда их на вид видим, понимаем, какой он. Я только хотела спросить, у вас вот, ну, тоже это же профессиональная деформация, когда кому-то захожу и вижу респиратор, меня уже начинает оттягивать. Для красоты, да? Нет, не для красоты, я обычно фоткаю, фотографирую маркировку. Вот, и поэтому, ну, на самом деле, за этот месяц мы, по-моему, научились разбираться в этих всех тканях, из чего должны быть защитные комбинезоны, все вот эти химзащиты и так далее, но мы сторонники свой опыт, ну, дальше передавать, потому что мы не хотим, чтобы была минимизация усилий, ну, да, там, где кто-то не успевает, лучше мы ему подскажем. Это, кстати, просто занимает невероятное количество времени, любая аналитика, вот, это такой невидимый фронт, которым ты можешь погрязнуть и там... Безусловно. И этого не видно, к сожалению. Ты видишь только готовый результат, а на самом деле ты там неделю убивал, и понимаешь, что нет, это классно, когда ты приходишь к выводу, но это достаточно, вот сейчас это то, что занимает очень много сил у платформы. А эта продукция, которая, ну, скажем так, сегодня отобрана вами, как возможная к употреблению, она украинского производства, да. Она импортная. То, что мы тут вот простые обыватели, мы смотрим, ну что вот там сложного сшить этот костюм для медика, там простой совершенно крой, да, там найдите материал и сшейте. Оказалось, это не там так просто. Там достаточно сложная история, и нет, у нас украинского, и, кстати, оба наших поставщика, которые сейчас действительно достойно занимают место, они все в Днепре, можно гордиться нашим городом. То есть у нас еще и местные поставщики. Да, у нас еще и местные умельцы, и есть же новые модели, которые введены, но сам факт того, что сколько мы костюмов пересмотрели, Жень, я даже боюсь посчитать количество. Десятки различных видов. Десятки различных видов, и, ну... Мы а рады, в чем что... там проблема? В крое, в материале? Нет, проблема, больше всего проблема с материалом. Его еще надо понять, какой он будет носки. Мы еще очень много занимались исследованием многоразовых костюмов. А там целая история с автоклавированием. Выдержат ли они температуры? Реально ли они выдержат заявленную там обработку дезинфекции? Ну, то есть там было достаточно много споров и всего остального. И плюс, когда мы вот пошли в поля, мы еще от врачей услышали много моментов. Там, где нам казалось, что нужны только костюмы, а выяснилось, что нужен немножко другой крой, потому что это быстрее, удобнее, где-то даже может быть удешевление, потому что мы все понимаем, что экономия все равно, к сожалению, должна присутствовать, надо понимать, где она будет, может быть возможна. Вот я сейчас задам вопрос, я понимаю, может быть, это не по адресу к вам, но у вас есть информация, возможно, у вас есть свое мнение, да, об этом вопросе. Вот Украина оказалась в числе стран, где заразившихся медиков наибольшее количество. Вот как вы считаете, почему так? Почему вот количество зараженных медицинских работников у нас настолько велико? Это причина в нехватке там средств защиты, причина не в правильной там, не в правильном поведении, там, как в контакте, да, с больными. В чем вот такая? Здесь, наверное, совокупность факторов повлияла. Начиная от того, что не совсем сразу оперативно удалось одеть всех врачей. То есть нехватка первая, да? Ну, это немножко грубовато, но в чем, что-то в этом есть. Потом мы большое количество наших граждан вернули из-за границу, возможно, не успели нормально протестировать. Может быть, мы не с первых дней научились правильно тестировать. Не-не, я сейчас про медработников. Вот, там про с медработников, людьми там другая конечно. История. Да. Так вот, выявление – это очень важный факт. Вот, я только хотела добавить. Вот, очень правильно. Да, вначале болящие. Нужно выявить. Да, кто-то, когда вызывает скорую, может быть, там, не говорит, где он был, или, может быть, боится там, правильно признаться. И приезжает открытая бригада, конечно. Незащищенная, да, например? Да, да. Ну, и много факторов на это повлияло. Ну, конечно же, сейчас уже ситуация немножко выровнялась, как нам кажется. Уже медики там на несколько дней вперед имеют какие-то резервы, запасы, они могут и одеться, и правильно подойти. И, как Оля говорила ранее, уже есть все довольно
как нам кажется, подробные приказы, как действовать, какие алгоритмы, и семейные врачи, и скорой помощи, и приемные отделения, и непосредственно больницы, которые работают с ковидом. То есть у нас сейчас в области таких остро нуждающихся нет заведений медицинских или есть? Где вот прям проблема? Здесь, смотря понять, на что ориентироваться. Это наш любимый, наверное, больной вопрос. Смотря на что ориентироваться. С чем сравнить? Ведь нету сравнительной аналитики. Какой? Я могу привести пример. Например, в начале, в самом начале карантина, там был пример, я сейчас не помню, в каком городе, там был больной, и потом вот медсестра, которую там заставили якобы убирать за ним там комнату, она плакала, она отказалась убирать, потому что не было у нее ничего, никаких средств защиты. Ее уволили, она потом рассказывала, что вот у нас нет ничего в больнице. Она говорит, я там уборщица, и никто не может вот кроме меня это сделать, но вот не в чем заходить. Нету ни костюма там, ни респираторов этих, ничего. Вот я считаю, что это был такой критический пример. Честно скажу, у нас, наверное, еще область такая достаточно вдумчивая, потому что у нас много там знакомых, в мире медицины, и знакомых, и по нашей основной работе, и у Евгения то же самое есть, что они как-то, вот честно говоря, как только началась вся эта история, начали готовиться сами. Ни для кого не секрет, что врачи тоже очень много своих средств потратили. И нас это, как и в давние времена, врач, который должен, по сути, идти и лечить пациента, но он как бы побеспокоился о себе, и какое-то время, поэтому, наверное, у нас и не было таких историй, потому что они изначально понимали, что не защитишь себя сам, пока все раскачаются и поймут, что это необходимо, то есть я считаю, что они у нас как бы продвинутые, я по-другому не скажу сейчас слово. Более продвинутые. Они более подготовлены к тому, что должен сам себя хоть минимум какой-то сделать, а дальше все включились в эту историю. Но минимум, я считаю, что у нас этих случаев, слава тебе, Господи, по области, наверное, меньше, я там по стране сейчас статистику не скажу, но именно у нас очень сознательные врачи, очень. То есть мы поражены этому иногда, правда. Это здорово. Мы когда ездили по полям, и мы видим больницы, которая там во втором-третьем списке опорных, и она готова, хотя бы там минимум, из серии, это только сознательно, и неважно, силами волонтеров, самостоятельными, они просто понимали, что это может случиться. Я помню наших семейных врачей, которые в начале марта вывешивали, тоже там призывали, чтобы там был комплект какой-то необходимый на всякий случай. То есть люди просто готовились к этому. Получается, мы с вами говорили до эфира. Получается, что карантин, он и для этого в том числе был нужен, да? Он оттянул немножечко. Так он, в принципе, для этого и нужен. Мы, когда начинается вот момент, я, например, когда мне говорят, почему вот так от него там не умирают, или еще там, и нам все это рассказывают, когда очередная паника или брос. Я говорю, вопрос же не в этом. Мы, как люди, связанные с медициной, давно понимаем, есть реальная пропускная способность. Да, готовность. Да, есть количество медиков, которые готовы на это выйти. Что мы будем делать? Мы, мало того, вирус настолько не изучен, что мы не понимаем, на самом деле, ускоряет он эти сопутствующие заболевания, хронику, заставляет ли он по-другому себя вести. Нету 100% и достоверно, и сравнить нечего, и времени еще очень мало. Кем рисковать? Uh-huh. Людьми, либо персоналом. Медиков у нас, правда, это такая, для меня медики, это, определенного уровня, это там боги, и я понимаю, насколько важно, чтобы они у нас остались в строю. Поэтому, карантин — это подготовка. Да, рисковать никем нельзя, и действительно, добавлю еще, что мы общались с врачами, с главными врачами, либо заведующими отделениями, которые сами брали на себя инициативу, изучали какие-то материалы, прорабатывали, что есть в наличии, что-то закупали, с кем-то общались. И действительно, когда мы приходили, у них там уже что-то было, они что-то знали, и мы обменивались информацией, и это здорово. Какая-то помощь на сегодня вам нужна, публичная такая, что-то слышат нас сейчас. Чем могут вам помочь? Смотрите, мы все равно продолжаем активно какой-то оперативный резерв иметь. Наши платформы не останавливают сборы средств. Наш фандрейзинг не останавливается, потому что мы все равно понимаем, что средства индивидуальной защиты — это замечательно, но все равно это точечно еще будет покупать мелкие расходные такие оборудования, например, пульсоксиметры, мониторы пациентов, кислородные концентраторы. Это, в этой ситуации это на уровне расходных материалов, но это стоит достаточно немаленьких денег. И мы сейчас даже наших партнеров начинаем на это ориентировать, что если оно будет попадаться точечно, то есть это все равно остается актуальным. То есть обеспечение, это хорошо очень все, но есть очень много заказов, которые едут. Фонды и платформа в состоянии, мы видим одну позицию, мы ее можем купить здесь и сейчас. И дальше уже посмотреть по списку, кому она там-то и нужнее. Все равно
нагрузка на наши основные, да, там, опорные, все равно она сейчас велика. Все равно много моментов, когда они, ну, везут людей и требуется какая-то помощь, и где-то посмотреть показатели и все остальное. И чем меньше присутствия в этой ситуации человека, а многие эти оборудования убирают этот сам фактор, да, то есть меньше там мерить давление надо подходить лично, то есть убирают личный контакт. Ну, я такой, с такого самого примера, то, что в голову пришло, да, почему все хотят бесконтактный термометр, почему проще на пациента посмотреть за его состоянием, ты ему там условно установил пульсоксиметр, или там, если он там, ему инфузия вливается, у него монитор пациента, то есть это меньше контакт доктора, да, условно, то есть мы убираем этот фактор, не дай Боже, там вот он, ну, то есть, вот, поэтому это все равно еще пока требуется, и дай Бог, чтобы мы действительно прошли его очень гладко, но у меня, например, я понимаю, что серия, которую все ждут осенью, она как бы ну, да, не все так далеко, сложно, не все не заканчивается. Да, и не закончится один месяц. Можно я еще добавлю тоже, вот, не обязательно там, ну, может быть, не обязательно там говорить какую-то там сразу же там финансовую помощь давайте, хотя это тоже важно. Банально просто вот до конца карантина все-таки постараться находиться дома, мыть руки, маски, стараться избегать большого скопления людей, там, перчатки и так далее. Это тоже очень важно. И это та помощь, которая может внести каждый. Очень здорово, что вы это сказали. Я лично вот вижу очень большую опасность в том, если сейчас люди расслабятся и скажут, ну все. Особенно все, потеплело, да. Все и устали, действительно. Да. Устали, да, это все понятно, но расслабляться нельзя. Спасибо вам, спасибо за то, что делаете. Я вам желаю таких новых стойких партнеров, успешных, да, чтобы они и вам, и нам помогали в работе и в обеспечении там, уровня здоровья всех. Да. Спасибо большое. Спасибо. І ще раз дякую нашим гостям. Ольга Голубєва, виконавча директорка благодійної організації «Кідо», та Євген Гостіщев, виконавчий директор IT «Дніпро Ком'юніті», говорили про платформу «Дніпро ВІСІ COVID». На сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. І до зустрічі у вівторок ввечері.